Итак, скульптор с альфа-6. Давайте рассмотрим опять же женские персонажи. Как их сделать. Но теперь не со сферы будем делать, а с болванки. Болванка, опять же, вы можете болванку взять в ZBrush. Я сейчас покажу, как она выглядит. Импорт. Так, рабочий стол у меня. И вот head, голова, new scene. Подгружаем. Вот такая болванка присутствует в ZBrush, анимешная. И она подходит под женские персонажи, именно Мулан, потом, допустим, Муана и так далее. Ну, давайте сделаем теперь не по памяти, а вот именно подгрузим реф. Так, это у меня заготовок еще валом вам показать. Так, ну давайте начнем с Муаны. Как сделать рефы, я уже показывал в прошлых роликах, и ссылку на этот ролик выложу. Так, погнали. Вот у нас болванка, вот у нас Муана. Фас профиль, в профиль. Подставляем ее вот сюда, вот таким вот образом. Чтобы шею поймать мал-мал. Или можно сразу ловить нос. Ну, близко не надо подвигать, а вот так вот как-то. Теперь граб включаем. Кисточку делаем не сильно большую. Интенсивность детализации посередине. И вот эту часть вот так и чуть-чуть приподнять. Так, теперь вот эту часть тоже немножко вперед. И смотрим, где у нас... уровень шеи. Так, это тут. Шею чуть-чуть сюда можно. И вот эту часть уведем подальше. Но это пока так, как набросок. Черепушку пока не трогаем. Хотя можно кисточку побольше поставить. И чуть-чуть вот ее вот так вот докорректировать. Ну, пока сильно не надо. Пока... ух ты! Так, ну это у нас уже симметрия, я забыл включить. Так, симметрия включена. Не забывайте тоже. И вот здесь уже шифтом можно выгладить, если косяк, как у меня, произошел. Так, теперь височную часть вот эту подгибаем тоже. А эту часть чуть-чуть отводим. Смотрим теперь вот так вот на реф. Колесико уменьшаем где-то. Вот так. Подставляем. И ухо, наверное, нужно приподнять. Так, ну вот пока что-то в таком духе. Пока вот такая вот наметка. Так, здесь все-таки я чуть-чуть подтяну. И потом можно флаттеном вот этот бугор чуть-чуть сгладить. Чтобы он глаза не мозолил. Также затылок пройтись. Так, ну что-то вот в таком духе пока. Итак, заготовка есть. Что на этой картинке видно? Что губа задрана вперед, нос картошкой. Ну, здесь вот, в принципе, менять на модели ничего не надо. Что можно сделать? Надрезаем вот так вот эту часть, где нос. Теперь включаем Drive, Clay отключаем и набрасываем побольше нос. Вот таким вот образом. Начинаем с верхней части. Вот так вот. Просто пока накидываем. Смотрим, что да как. Картошка слишком вытянутая. Ну, давайте ее подкорректируем, кисточку поменьше. Опять же, Shift колесика можно это все дело прибавлять, а интенсивность Ctrl колесика. Вот вы видите, что там все движется. Так, вот так мы ее сейчас поставим пока. Немножко вот так вот уведем. И здесь чуть-чуть, наверное, еще поднимем. Так, заготовка есть. Shift, правая кнопка мыши, выравниваем. Что нужно сделать? Теперь нужно наметить губы.
Губы здесь уже есть. Вам нужно будет просто их надрезать вот так вот. И взять кисточку Drive без клея, уменьшить именно саму кисть, размер. И вот так вот поднабросать побольше. Так, теперь кисточку чуть-чуть побольше и нижнюю губу тоже поднабросать. Получается что-то в таком духе. Шифтом можно все это дело выгладить. Опять же сделать надрез. Вот так вот. И теперь флатеном под углом, именно под углом. Вот так все это дело здесь пройтись. Ну и эту часть тоже. Так. Вот эту часть немножко посадим вниз. А вот эту часть чуть-чуть задерем кверху, как на рефе. Так, теперь что нужно сделать? Теперь нужно это дело все вперед подать. Вот так вот. И немножко подтянуть кверху. Вот так вот. Под носом, что у нас здесь? Маленькое пространство должно быть. Теперь нужно сделать надрезы. Нос наметить. Теперь здесь вот тоже можно пока вот так вот отчертить эту часть. И шифтом чуть-чуть все это выгладить. Так, губы немножко дооформляем. Так, нижнюю губу тоже дооформить. Дорезать. И немножко ее добавить вот таким вот образом. Массу ей. Так, она хотя у нее маленькая очень. Так, ну в принципе что-то получилось. Теперь нам нужен подбородок. Он ушел от губ далеко. Мы его немножко вытягиваем вот так. Он заострился, поэтому нужно и вот эту часть тоже округлить. Вот так. Вот эту часть тоже выравниваем, чтобы вот этот полукруг был. Ну а теперь так, вот эту часть чуть-чуть уберем и поднакидаем вот эти вот скулы. Скулы уже будем кидать клеем. Так, смотрим, где они начинаются, где заканчиваются. И вот эту часть вот отсюда. В разные стороны. Сверху вниз, сюда, допустим, вот вниз кидаем. Потом кидаем с другой стороны. Ну, вот как-то вот так. И вот сюда немножко тоже поднакидаем. Челюсть тоже наметим. Вот так вот как-то. Что-то такое получается. Теперь накидаем сверху вот эту часть. Так, здесь подровняем шифтом, выгладим. И можно флатеном здесь вот так вот нос дооформить. Так, здесь вот тоже можно. И вот этот край, вот это вот так вот его. Шифтом тоже все выглаживаем. Вот так вот, чтобы получилось. Так, ну вот уже что-то. Теперь лоб. У нее дутый, но вот эти части нужно немножко выгладить. Вот так как бы. Так, что у нас тут с ухом? Чуть-чуть полигоны поплыли, не беда. Сейчас мы это все докорректируем. Ухо у нее, вы видите, именно как полукругом, вот такое нужно что-то и придать. Так, вот эту мочку уха уводим назад. И вот у нас уже получается полукругом ухо. Чуть-чуть кверху приподнять. Смотрим, на каком уровне именно глаз находится ухо. Так что его можно еще, наверное, повыше поднять. Кисточку побольше, чтобы тянулось нормально. И чуть-чуть ухо повыше.
А здесь его опять же нужно докорректировать. Как бы вот так вот. И чуть-чуть, наверное, назад подать. Вот так. Так, теперь вот эту часть черепушки тоже корректируем. Вот так. И вот эту можно поджать. Так, смотрим на шею. Шея слишком тонкая. Ее можно еще тоже немножко растянуть. И черепушку вот так вот кверху. Пока делаем набросок. Ну вот уже, в принципе, что-то вырисовывается. Так. Смотрим теперь вот так вот сбоку. В принципе, тут все нормально. Вот это вот впадина, все нормально. Только нужно вот этот перепад сделать еще помягче. Так. Картошку ей чуть-чуть поднадуть. И вот эту губу еще как бы вперед подать. Ну, вытянуть мы не вытянем, а вот дорисовать вот так вот драйвом, вот это драйвом проходим верхнюю так вот полосу. Смотрим, как она себя ведет. Теперь эту полосу можно сверху чуть-чуть. И вот эту полосу можно подзадрать. Вот ее уже можно вот так вот. И вот здесь чуть-чуть нос прижать. Так, смотрим, что у нее с носом. Нос у нее еще опущен. Ну, в принципе, вот это еще потупее сделать. Так. Ну и растянем, наверное, рот ей побольше. Так, теперь нам понадобится именно фас. Находим фас. С профилем уже, в принципе, все закончили. Теперь нужен вот этот фас. Подставляем ее сюда. Вот так вот. Вы видите, что уши попали. Все попало. Только так, что у нас тут не попадает, так это в принципе все и попало. Так, вот теперь смотрим на реф. Вот на этот. Смотрим на губы. Губы можно еще поднять. Так. Вот этот угол нужно еще больше сделать. Выбираем, уменьшаем модель и чуть-чуть ее вот так вот вытягиваем. Так, а вот эту часть чуть-чуть еще больше поджимаем. Ну, здесь прическа придаст внешний вид. Так, теперь все это дело выглаживаем. Так. И флаттеном можно вот эту часть чуть-чуть закруглить. Ну вот что-то в таком духе, только вот здесь еще нужен нам вот этот угол, вот этот вот. И от него уходят именно скулы. Побольше вот сюда подать, только клеем. Вот так как-то. И наперед чуть-чуть накидать. Во. Так, губы теперь выглаживаем. Нижняя губа у нее не столь большая, но все равно нужно ей массу поднакидать. Так. Теперь опять же с губами немножко повозимся. Вот так вот.
И вот здесь нужно переход вот этот мягкий сделать. Вот так вот. А вот здесь докидать массы. Ну вот что-то в этом духе. Еще вот здесь вот можно чуть-чуть прибавить, чуть-чуть на челюсть кинуть. Ну вот, классно. Так, теперь нос. Нос у нее вот сюда вот подан. Сейчас покажу. Чуть-чуть вниз. И вот эта часть тоже вниз. А вот это приподнято. Вот так вот. Во. Ну, нос нужно тоже дорезать, дооформить. Вот как-то так вот. Так, поработаем немножко с ушами. Уши чуть-чуть вот еще повыше. Делаем резку и вот здесь надрезаем. Вот так вот. Раз. Так вот. Вот эту челюсть теперь чуть-чуть подаем сюда. Чуть-чуть попухлее делаем. Вот. Так, вот эту часть еще, наверное, побольше. Сверху смотрим, как она тут выглядит. Вот как бы так. Да. Ну и уши. Кисточкой драйв. Через Alt. Потихоньку углубляем. Шрифтом выглаживаем. И можно уже клеем тут чуть-чуть что-то этакое поднабросать. Где-то вот так вот. Так. Вот здесь мочку чуть-чуть. Теперь без клея вот этот кант еще более надуем. Вот так вот сделаем здесь переход. Так, здесь шифтом. Здесь кризом. Вот так вот. Снизу тоже смотрим, где горло, где челюсть можно отбить для начала. И шифтом вот этот край аккуратненько все выгладить. Так, теперь добавляем, клеем именно массу на подбородок. И клеем, теперь клей отключаем, чуть-чуть добавляем драйвом без клея. Во. Вот подбородок у нее должен быть. Чуть-чуть шифтом. Так, получится, не получится вот эту губу еще повыше приподнять. О, вроде получается. Вот так вот. Муана из Матануи. Так, чуть-чуть рот ей пошире. Побольше, то бишь. Уши есть. Уши видно. Тут уши тоже. Да, оформлены. Чуть-чуть его боку так. Здесь над глазом, вот где глаза, вот эту часть. Сейчас ближе подведу, кисточку побольше. Вот эта часть чуть-чуть бок еще дальше уходит. Вот так вот. И здесь можно выгладить. Над ухом пройти резко вот здесь вот по краю, чтобы
голова, как бы вот эта часть ушла вглубь. И вот здесь тоже. Вот таким образом. Так, тут теперь можно флаттеном. Здесь тоже флаттеном чуть-чуть пройтись. Так, смотрим, вот эту часть можно убрать. Вот это вот, что торчит за ухом и челюсть, как бы дальше дооформить. Вот здесь шифтом уже пройтись. Так, на ухо накидать массы. И чуть-чуть выгладить. Что-то в таком духе. Так, смотрим, что не так. В принципе, все так. Это теперь, если волос отобьет нам вот эту полосу, вот эту именно, вот так, и отобьет вот здесь, то получается вот самое то. Так, вот здесь вот еще можно, наверное, чуть-чуть приподнять вот эту часть, а вот эту часть еще чуть-чуть увести вглубь. Вот так вот. Ну и вот эту часть так. И флаттеном чуть-чуть вот здесь вот скос придать. Вот так вот. Посмотрим, давайте, как глаза ей подойдут. Намечаем глаза. Опять же, резкой. Глаза у нее далеко стоят. Здесь еще сейчас переносит туда, работаем. Так вот. И как бы в бок уходят. Вот здесь их еще глаза намечаем. А здесь добавляем массы. Именно клеем. Драйв клей. Так вот. И вот здесь вот часть у нее широкая. Вот где нос. Вот так вот. И шифтом сглаживаем, чтобы гладко было. А вот здесь флаты нам надо будет пройтись чуть-чуть вот так вот по канту. И можно нос пошире отбить. Отбивается он как? Вот верхнюю часть берете глаза и вот как бы вот сюда уводите. Все, а тут уже шифтом. Так. Нос картошка еще добавляем. Ну и опять же повторюсь, глаза лучше вставлять, конечно, в другой программе ZBrush, если делаете модель. Так, теперь побольше делаем кисточку Drive. И побольше вот так вот без клея накидываем на то, что мы начертили. Чтобы у нас появились глаза. Вот так вот. Теперь немножко можно пройтись флаттеном и добавить вот эту верхнюю часть. Так, поменьше кисточку и как бы века вот здесь добавляем. Вот так чуть-чуть здесь выглаживаем. И делаем надрез.
по верхней кромке. Вот так вот. А здесь как бы впадина теперь получается, где века. Вот так. Ну, нижняя века тоже можно добавить. Тоже драйвом. Вот так вот проходим. Опять же делаем надрез. Только теперь вот отсюда вот так вот. Ну и флатеном чуть-чуть можно дело это углубить. Так, смотрим, что получилось. Веки здесь будет трудновато делать. Ну, в принципе, глаза, да, лучше бы сделать в ZBrush. Ну, как болванка. Вот болванку можно здесь уже подготовить полностью. Так, добавим теперь давайте брови. Кстати, брови тоже можно добавлять уже в ZBrush отдельным саптулом. Так, вот так это дело проводим. И вот сюда уводим. Опять же, расстояние, смотрите, между бровями, вот где нос, очень большое расстояние. Вот так вот. Здесь потоньше на выходе и шифтом по краю пройтись. Теперь флаты нам чуть-чуть докорректировать. И шифтом подгладить. Где-то вот между глаз тут тоже флаты нам попроходить. Что у нас со лбом? Со лбом у нас тоже можно вот так его чуть-чуть и шифтом выгладить. Так, смотрим со всех сторон. Экспериментируем теперь, пробуем, если что-то заметили, лучше попробовать. Вот, более округлое если сделать, так, ну вот уже еще лучше. И вот эту часть чуть-чуть поджать. Так, челюсть у нее, подбородок маленький. Ну вот, что-то в таком духе. Ну, опять же, пока не будет прически, пока не будет нормально раскрашено, какие-то детали выглядят, ну, не так, что ли. Так что нужно теперь ее забросить в программу, добавить ей вот этот волос. И персонаж заиграет именно красками. Станет совсем похож. Так, что тут не так? Что-то мне кажется, что вот эта часть... У нее должна еще как бы вперед выходить. Вот так вот. Чуть-чуть, наверное, вот эти вот бровные дуги вперед можно подать. Ну и опять же нос. Нос, наверное. Так, чуть-чуть.
выгладить надо. Вот так, чтобы он был мягче. А с другой стороны, кажется, что нужно ему массы поднабросать. Тут, опять же, в чем еще проблема? Когда вы будете лепить, много играет вот этот материал. Вы можете поставить серый материал вот в глине, выглядит, допустим, вот так вот. В сером материале будет выглядеть чуть-чуть иначе. Тоже играет роль это. Так, нос дорезаем, чтобы он все равно оформленный был. Так, здесь вот чуть-чуть все-таки вот такую штуку сделать. Пусть она даже будет чуть-чуть нежно сделана. Так, теперь что можно сделать? Просто наметить приблизительно, где идет вот эта скула. Вот так, и чуть-чуть, если выгладить. Вот теперь можно здесь поднабросать. Только клеем кисточку. Вот так вот. И от носа как бы вот в эту сторону. Так, здесь вот тоже чуть-чуть можно поднакидать мышцы, где губы. Вот, в принципе, и все. Вот с такой болванки анимешной получается Моана. Так, как сделать зрачки? Зрачки можно альтом и клеем побольше кисточку поставить. И вот так вот вдавить. Ну вот что-то в таком духе. Так, здесь вот можно еще флаттеном чуть-чуть вот так вот попроходить. Так, а что у нас здесь вот с этой вот частью? Давайте ее тоже вот так как бы поднакидаем. Ну вот уже помягче стало. Так. Ну вот, с такой болванки получается вот такая Моана. Глаз чуть-чуть можно надуть. Где-то что-то еще приподнять, где-то что-то еще увести, где-то вытянуть. Это уже корректировка. Ну и какие-то детали. Вот так вот. Глаза вообще тут неудобно делать. Вот сколько не делаю, какие-то проблемы. То не туда начертил, то не туда мышка повела. Потом начинается, чем больше резки, начинаются проблем больше. Так. Вот чуть-чуть здесь дорежем.
таким вот образом. Так, а вот эту часть уже можно вперед подать. Вот так, а эту чуть-чуть увести. Так, ну и немножко эксперимента сделать ее, допустим, попышнее. И вот ухо, если еще в бок вытянуть побольше, то персонаж чуть-чуть еще больше меняется. Как-то вот так вот, наверное. Ну, вот что-то такое. Так, вот та задняя часть мешается. Во. Здесь чуть-чуть угол. Ну, а теперь нужно добавлять волос. Давайте попробуем, посмотрим, что получится. Так, включаем маску или Ctrl. И через Alt как бы поднакидаем. Вот таким вот образом. Так, делаем Ctrl-I и попробуем массу поднакидать уже клеем. Побольше кисточку, побольше интенсивность и посмотрим, что получится. Так, здесь вот тоже. Так, теперь можно просто повытягивать и как бы вот вниз сюда волос-то висит и как бы вниз, вот в эту часть. Так, вот так, здесь чуть-чуть тоже поднадуть. Вот здесь можно флаттеном чуть-чуть пройти, сделать скос. Вот
такая вот получается Моана. И теперь ее просто нужно парикмахеру отвести, нормальный волос сделать. Так, теперь ну давайте нарисуем опять же Alt. Маску можно включить. И вот здесь какой-нибудь бубон. Ctrl-I. И вытащим его драйвом. Так. Без клея. Так вот. Раз. Так. Оп. Ну вот, в таком духе что-то. Так, отбить полосу волоса, где-то что-то мелкой кисточкой пока, чтобы вид был. Клей включаем, кисточку поменьше, интенсивность побольше. И что-то вот в таком духе. Ну, а здесь вот нужно все это понаплести как-нибудь. Как-то придать форму, что ли, такую. Ну, стоит симметрия. Симметрии тут, конечно, что-то не сделать. Она будет симметрично вытягиваться. А вот если симметрию отключить, то можно уже без симметрии. Вот что-то в таком духе сварганить. Так, здесь можно еще прям побольше. Во. Вот такая получилась Моана. Все, всем пока, до свидания.